Очередной город на пути акции оппозиционеров «Вставай, Украина» – Харьков. Несмотря на судебный запрет, колонна с флагами и плакатами около половины четвертого трогается от площади Розы Люксембург. Во главе шествия – Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, нардепы и местные оппозиционеры. Митинговать в Харьков приехали жители соседних регионов. Мы приехали підтримати харківчан Луганської області, протестувати проти влади Януковича, в першу чергу. Він довів народ до такої, що народ не витримує, виходить, бачите, на вулиці. Колонна в окружении милиции доходит до площади Конституции. Прямо перед входом в мэрию оппозиционеры ставят белый фургон. С такой импровизированной сцены организаторы акции общаются с толпой. Митинг перед входом в горсовет продолжается около получаса. Вы сплачиваете податки, вы всех утримаете, с вас берут хабарі, вам не дают нормально жить. С каждого из вас знущается прокурор, судья, милиционер, будь кто. С самого утра движение в центре города затруднено. Стоят трамваи, маршруткам приходится двигаться в объезд. В мэрии говорят, пытались избежать транспортного коллапса, искали компромиссы с организаторами шествия. Я думаю, что это все благодаря только одному – позиции, так званой оппозиции. Они сегодня играют в одну игру – это расшатать власть, расшатать уверенность людей в завтрашний день. Большинство горожан считают, что такие мероприятия нарушают общественный порядок. Я считаю, что это неправильно. Есть и другие возможности. Можно где-то собраться в оперном театре или еще что-то обсудить, допустим, с народом. Дело в том, что я работаю, и я считаю, что я просто женщина, просто мать, и политические перипетии этой страны как бы не особо сильные. Я отдаю эту прерогативу мужчинам. У меня своя позиция есть. Не считаю пока необходимым поддаваться каким-то манипуляциям. Горожане уверены, массовые акции и митинги политические проблемы не решат. Почему-то нет желания, слушая все смотря на ихнюю работу, как оно все выполняется, и призывы все эти, все это такая, ну, чушь, ну, мы не верим. Меня сейчас интересуют другие дела. На самом деле, меня больше волнует, что происходит со страной, а, ну, кто, ну, как бы, важно, как управляет, а не кто управляет. То есть будет это Тимошенко, Янукович, на самом деле, ну, все равно важно, чтобы это все приносило положительные результаты. Ксения Бай, Яна Танчак, Виталий Осьмачко и Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».